Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем здравствуйте. Выполним задание номер 189В. Требуется вычислить пример 395 умножить на 52, минус 603 умножить на 25 и минус 960 разделить на 24. Расставим действия. Умножение и деление всегда выполняются первыми. Первое будет умножение, это умножение второе и деление третье. Затем уже это вычитание четвертое и здесь пятое. Итак, первое действие. Умножаем столбик 395 на 52. Так, дважды 5 – 10, 0 пишу, 1 запоминаю. Дважды 9 – 18, 1 запоминаю, 19. 9 пишу, 1 запоминаю. Дважды 3 – 6, 1 запоминали, 7. Далее. 5 у 5, 25, 5 пишу, 2 запоминаю, 9 у 5, 45 и 2 запоминали, 47, 7 пишу, 4 запоминаю, 3жды 5, 15 и 4 запоминали, 19. Складываем теперь это. 0, 9 плюс 5, 14, 4 пишу, 1 в уме, 15, 5 пишу, 1 в уме и здесь получаем 20. Так, далее, второе действие, нужно 603 умножить на 25. Пятерочку умножаю. 5 у 3, 15. 5 пишу 1 двумя. 5 у 0, 0 и 1, 1. 6 у 5, 30. Двойку дважды 3, 6. Дважды 0, 0. Дважды 6, 12. Складываем. Получаем 5, 7, 0, 5, 1. 15 075. Третье действие. 960 делим на 24. 96 на 24 берем по 4. Здесь будет 96. И этот нолик сюда приписываем. Четвертое действие. Нужно от того, что получилось в первом, отнять то, что получилось во втором. Четвертое действие. То есть 20 540 отнять 15 075. От нуля нельзя пятерку отнять. Занимаем. 10 минус 5, 5. Тут осталась тройка. Занимаем. 13 минус 7, 6. Тут осталась четверка. И здесь 20 минус 15 будет 5. 5465. И теперь пятое действие. Нужно из результата четвертого отнять результат третьего. 5465 минус 40. Получаем 5425. Записываем сюда 5425. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!